YouTube-канал «Шнеевс Борис» сегодня в галерее Ильи Глазунова. Ну вот это основной, можно сказать, концептуальный зал, где находятся его широко известные картины «Мистерия. 20 век», там, ну и прочие, отражающие исторический путь России и все трагические и не только трагические, но и знаменательные события, которые происходили с нашей Родиной. И вот мне всегда казалось, что эти картины об историческом прошлом нашей Родины, но чем дальше мы удаляемся от этих исторических событий, которые отражал Илья Глазунов в своих полотнах, тем по содержанию эти картины становятся еще более современными. Ну, может быть, к сожалению, современные. Такие вот впечатления о творчестве Ильи Глазунова, который уже ушел из жизни, но искусство его по-прежнему воздействует на нас.